На повороте дороги УАЗ упал в каменное русло реки Шахэ. Среди пассажиров, приехавших из Краснодарского края и Ростовской области, был и 2-летний ребенок. Спасатели извлекли пострадавших из-под автомобиля и транспортировали к машине скорой помощи. Погибшего 27-летнего мужчину передали сотрудникам полиции. В больницах на сегодня остаются 5 пассажиров. Пострадавший в ДТП водитель переведен на амбулаторное лечение. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие были своевременно эвакуированы в наше лечебное учреждение. Это городская больница номер 1, самая ближайшая по месту происшествия. Здесь состояние их было стабилизировано, и далее они были разведены, соответственно, их показаниям по медицинским учреждениям города. Сейчас они находятся у нас, 5 госпитализированы. Состояние всех больных стабильно.